«Папа и я, не разлей вода». 14 семей Нового Уренгоя приняли участие в соревнованиях на знание правил дорожного движения. Отцы в одной связке со своими малышами отвечали на вопросы по ПДД, разучивали дорожные знаки, участвовали в спортивных эстафетах. Подробности в сюжете Юлии Шнайдер. Суета, радостные возгласы и дух соперничества – главные составляющие хорошей детской игры. Дополнительный бонус – участие пап. Вместе со своими детьми они решают непростые задачи по правилам дорожного движения. И хотя в конкурсе принимают участие только мужчины, мамам также сложно усидеть на месте. В нашем зале сегодня творится что-то невообразимое. Семьи сплотились, участвуют вместе и мамы, дети, папы и все болельщики в наших эстафетах, конкурсах. Очень весело, всеми интересно. Собрать пазл из дорожных знаков, придумать и обосновать свой – нелегкая задача даже для взрослого. Общими силами малыши и отцы справляются быстрее. Обеспечивают тыл мамы в группе поддержки. Семья Яковлевых пришла на конкурс в полном составе. Правила дорожного движения учат с детьми с самого раннего детства. Мы с мужем оба водители, и поэтому стараемся приучать ребенка тоже. И плюс в садике учат знаки. Некоторые вопросы ставят в тупик даже взрослых. В какой стране зародилась Формула-1, участники угадывают с третьего раза. Самый приятный этап – вручение призов. Особенно здорово, если в соревновании нет проигравших. Футбольные мячи и грамоты получили все. Михаил привел сына на конкурс в первый раз. Но даже без таких поводов он часто проводит время с ребенком. Нам не нужны традиции для того, чтобы проводить время вдвоем с сыном. Мы с ним всегда вместе, всегда стараемся все везде быть вместе и все делать. Соответственно, вместе. В общем, мы с ним одно. Приз – футбольный мяч. Активной семье пригодится. А совсем скоро подрастет еще один участник игры. Юлия Шнайдер, Константин Малыш. Служба новостей «Импульс».